Недавно был составлен список самых дорогих платьев века. Первое место в этом списке занимает свадебный наряд от дизайнера Рене Страус, над которым поработал также ювелир Мартин Кац. Наряд стоит 12 миллионов долларов, а лиф-платье украшен целой алмазной россыпью. На втором месте – вечерний наряд ирландской певицы по имени Саманта Мамба. На примеру фильма «Человек-паук 2» 28 июля 2004 года певица надела платье в виде паутинки, на котором было нашито 3000 бриллиантов. Экстравагантный наряд стоил 9 миллионов долларов, а создал его известный в Великобритании дизайнер Скотт Хейшелл. Дизайнер Юми Кацура представил платье стоимостью 8 миллионов долларов в начале 2007 года. Оно сделано из тончайшего шелка и атласа и украшено ровно 1000 жемчужин – зеленым бриллиантом в 9 карат и бриллиантом в 5 карат. Не менее 200 тысяч долларов не стоило ни одно из платьев от Кристиан Диор, показанных в рамках «Недели высокой моды» в Париже. Также 200 тысяч долларов стоил свадебный наряд Мелани Трамп от Кристиан Диор. Напомним, что свадьба миллиардера и модели состоялась весной 2005 года.